Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. И сегодня мы рассмотрим моно-черную колоду в стандарте. И это моно-блэк агро. На чарах все очень просто. Моно-блэк. Она моно-блэк, она агро и она на чарах. А в первом дропе у нас, естественно, эдаоны ненависти. За одну ману 1-2 с цепью жизни. Каждый раз, когда умирает зачарованное существо, возьмите одну карту за каждую ауру, бывшую прикрепленному к этому существу. 4 рыцаря Эбинового легиона. Просто невозможно не положить этот первый дроп, потому что он мега крутой, он качается за свою пассивку, за свой триггер, да, это в начале нашего заключительного шага. Если кто-то потерял 4 хп в этом ходу, то кладем на него жетон плюс 1, плюс 1. Он качается за 3 маны, плюс 3, плюс 3, получает дестачи. 3 копии призрачной формы Кай за одну ману. Мы зачаровываем существо или Плансвокера под нашим контролем. И когда этот перманент умирает или попадает в изгнание, мы возвращаем эту карту на поле битвы под нашим контролем. 4 мертвых груза дает существу минус 2, минус 2. 3 благословения Моги дает существу плюс 2, минус 1, и можно играть с побегом. 3 копии хватки трясины за 2 маны минус 3, минус 3 зачарованному существу. 4 гниющих регизавра за 3 маны 7, 6. В начале нашего шага поддержки мы сбрасываем карту. Это очень хороший финишор для нас. 4 полночная жнеца служит нам добором. Каждый раз, когда не являющееся фишкой существо под нашим контролем умирает, он дровает нам карточку и наносит нам 1 дамаг. И 4 объятия демона за 3 маны. Мы зачаровываем существо. Оно получает плюс 3, плюс 1, имеет полет. Является демоном. Да. И мы можем разыгрывать объятия демона с кладбища, предварительно заплатив 3 хп и сбросив карту с руки. И 4 луруса из логова грез, чтобы вот эти все ништяки, вот эти все ништяки мы могли заново таскать с грейва. Очень простая, очень квадратная колода, 23 земли. Погнали тестить. Ну и так как сегодня у нас новый стандарт, новое обновление все ближе и ближе наступает нам на пяточки, то мы будем играть сегодня турнир. Потому что нам нужно фармить гаудишку, чтобы покупать бустера. Выбираем дечку. Да. Именно эту деку мы выбираем. И давайте начнем. Приступим к тестингу. И да, ребятки, не забудьте, пожалуйста, поддержать канал своим лукасом. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить колокольчик. А также написать комментарий. Мне очень хочется вашей поддержки. Ведь чем больше ваша поддержка, тем мне охотнее делать ролики. Вот так, все очень просто. Ну что, первый ход у нас, типа, да, если мы играем против агры, у которой есть первый дроп, то, в принципе, рука неплохая. Если играем не против агры, то рука говно. Давайте кип. Давайте замок первым дропом. Ага. Ну, да, не очень старт у нас получился. Так. Соплеменниц Каджани, да? Давайте, наверное... Давайте Лурус. И ход. Третья мана, может быть, это будет Линден? Нет, это будет Триас Ястреб. Так. Ладно. Да, на два. И плюс 2, плюс 2, и что там еще? И погинил хит. Окей. Даже не дал мне в блок, кстати, подумать. Или дал? Ну окей, ничего страшного. Отлично. Давайте. Хватка трясины сюда. Что хочу? Воля богов. Черный. Ну ладно. Жалко. Давайте вернем себе 3 хп. А, небольшенькая заминка, но ничего страшного, я думаю. Так, у нас тут куча всего повыходило, да? Ну давайте, наверное, мы сюда оденем Кая Госформ. Давайте, наверное, мы сыграем хватку в Линден. И передадим ход.
этим, конечно, с раскачавшимся будет трудно справиться. Ой, что это? Ага, ладно. Ну, с этим надо разбираться, да? Давайте блок. Это типа 5-5, это типа 4-4. С этим еще все еще можно разобраться при нормальном топ-деке. Ну, давайте, допустим, мы на... вот этого вот. Поставим хватку. И поставим себе полуночного жнеца. И ход. То есть даблблок нам обеспечен в случае чего. Banishing Light. Окей. Интересно, в Луруса? Или в жнеца? В Луруса. Ну, ничего страшного. Ладно. Вестник небес, окей. Дальше. Ничего дальше не будет. Давайте просто, наверное... убьем вестника. Давайте поставим Кая Госформ снова в Луруса. И потом подроемся с земелечки. Ходи. В конце хода оппонента подроемся с земелечки. Пас. Вот так вот, да? Не, говорит. Не-не-не. Не-н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 е. Воля богов. Сюда защита черного. Ну ладно. Без проблем. А, и мой ход. Он не стал ходить. Вот так, ладно. Давайте тогда доберем. Ху. Ху. Давайте тогда. О. Хватка трясина сюда. Давайте. Мертвый груз. Да. Давайте, регизавр. И ход. Линденушка, да. Забросили Луруса еще одного. Ну, ничего страшного. Давайте поставим регизавра. Давайте сыграем хватку трясины в Линден. И все на этом. Первая игра за нами. Отлично. Это очень хорошо. Давайте следующую. Что же у нас будет следующей игрой? Какая дека нам попадется? Какой оппонент? Какая сложность? Сейчас увидим. Да, кстати, ребятки, у меня же есть свой собственный инстаграм-канал, где я делюсь подробностями своей жизни. Ссылочка есть в описании. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Можем с вами общаться и в инстаграме, в том числе. Там очень много подробностей, ведь я переехал в Сочи и сейчас оттуда веду свой блог. Лен, что она там грызет? Первый ход, да. 100% кип. Абсолютно. Не хватает, конечно, за 3 маны какого-нибудь здорового хрена, чтобы он прям доминировал. Но, тем не менее, ну, нормально. А нет, говорит, я тебе не раскрою свой секрет. Чем я играю раньше времени, да? Цветами. Ну, явно белыми или синими. Угу. Окей, атака. Давайте, Кая Госформ, господи. Пусть будет. И ход. Мне такая Госформ вообще сильно нравится. Просто спасает нам Кричу. Так, друидец. Вопрос, да? Далее. Далее.
Давайте, Регизавр. Если это Тимур Элементали, то с Регизавром, конечно, будет тяжко бороться. Друидка, окей. И еще один друид, окей. А, да, сбросили. Че, не сбросили? Ну что, норм же. Давайте, знаете что, давайте в атаку. Далее. Вдруг мы сейчас без ремувала убьем кого-нибудь из них. Так. И все, да? Ну ок. Сюда. Сюда. Ну и ходи. Вообще, дека это, конечно, очень любит играть без руки. Всадник Терновник, это, пожалуйста. Да. Что там он показал-то? Кразис, Уджин, да. Уджина-то надо еще поставить. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уджин он не поставит следующий ход. Даже если мы сейчас пробьем нифигово. Он что-то сбросили, да, с руки. Ну да. Тут что-то как-то тяжко. Тут что-то как-то тяжко. Ужин он не поднимет, поэтому... К сожалению. Ладненько, давайте что. Давайте... порадуемся и перейдем к следующей игре. Третья катка, ребята. Первый ход. Рука просто чума. Давайте кипнем. Первый ход поставим Айдалона, потому что если там агра, то я хочу получить профит схватки. Трясины. Ну, там что-то не агра. Ну ладно, ничего страшного. Значит, хит себе от гению. На! В хлебалушку прямо. Ха, получил, да? Получил. Рыцарь. И ход. Теперь есть два варианта развития сюжета. Это мы забираем... эту хрень, но мы ее не забираем, да, поэтому мы просто ставим жнеца. И, в принципе, я готов пожертвовать любой из этих крич, лишь бы забрать друидку. С собой. Но оппонент, видимо, не хочет отдавать нам друидку, ну и дай бог с ним. Росток смерти. О, опасный, опасный, опасный чувак, да. Добрали карту. Ладно. Давайте в таком случае... Хм. Так-то мы можем подроваться, да? Давайте мы, знаете, это и сделаем. Хотя у нас был вариант поставить Луруса и вкачать на каунтер. Давайте, знаете что, давайте благословление Моги. Вот сюда. Это уже будет таргет номер один для оппонента теперь. Давайте на 6. То есть, если его убьют, то мы подровим две карточки. Это, по-моему, замечательно. Да! Давайте подровим себе две карты. Окей. Ключики, чтобы он подкрывать их не мог. Так. Ну, слушайте, ну, в принципе, неплохо. Давайте, наверное, поставим Луруса теперь. Вернем себе рыцаря. И сходим в атаку. И ход. То есть у нас получается постоянный адвантаж. У нас постоянно что-то происходит на столе. Раз, два, три. Карта на грейв ушло. Земля на топ. Может у него Уджин, он там прямо хочет его очень сильно сыграть. Тасса. Окей. Интересный билд. Еще смилился. Причем землю, которую вернул себе, смилил заново. Трем говорит, покруче будет. О-о-о-о-о. Ну,
Как бы у нас ман-то хватает, да? На все. То есть вот так сделать, то будет круче, да? Ну давайте, благословение Могия. За Луруса. За одну манку сюда. Подровали карту. Давайте объятие демона вот сюда. И атака. Оппонент в 2 хп. И ход. Ходи, оппонент. Что, есть Уджин? Поциклил триом. Поставил друидку. Кого-нибудь поблинкал. Ну, не поблинкал, конечно. И, наверное, это будет ГГ. Да. Спасибо. Спасибо. Отлично. Ну и давайте еще одну сыграем. Скидек хорошая. Она мне очень сильно нравится. И я думаю, что ей запросто можно прийти на турнирчик и наделать там шуму. Так что я бы ее рекомендовал к сборке. Очень хорошая дека. Понят, ход первым. Блин, нету никого на Сакшона, да? На второй ход. Это плохо. Зато очень много здоровых и крич. Ну, по сути, мы можем... Может оказаться так, что мы просто выиграем, потому что подроем Регизавра. И все. Поставим Регизавра, точнее. Давайте, может, попробуем... сыграть этой рукой. Пэн вообще-то прямо сильно задумался. Ну и мы тоже есть над чем подумать. Давайте попробуем. В принципе, когда нам вот таких крич убивают, ну ничего страшного. Лурусов 4 в колоде. В мейне. О, отлично. Из красно-синяя дека, кроме как баунса, с Регизавром не умеет делать ничего. Красно-синяя дека. Я же красно-синяя сказал, да? Ну давай, дружище. Кстати, сейчас красно-синяя игра достаточно популярная. И ей, я смотрю, много играет. О, это Тимур. А, это Тимур Адвенчур. Ну, окей. Давайте атака. Пробьем на единичку. Давайте еще один рыцарь. Конечно, если там сейчас будет гигант, то, ну, грустняшка, чё. Там просто двух рыцарей заберут. С одной карты. За две маны. По сути, пироклазом. А, влюбленное чудище. Ну ладно, это не так критично. На самом деле, мы сейчас можем что сделать? Мы можем сейчас не ставить Регизавра, да? Мы можем заставить рыцаря полететь. Знаете, что я так и сделаю. И атака. И просто они будут ну, больше в жопе, чем гигант сможет им вынести. Вот так вот. Чем один гигант сможет убить двух сразу. Скажем так, трактирщик и, видимо, чудовище, да? Без Б. Давайте, наверное, сделаем так. Давайте, наверное, вот сюда Кая Гостформ повешаем. А, вопрос, хочу ли я вкачать его и зайти на 8? Давайте просто в атаку сходим им. На 5 пока. И, наверное, воткнем какого-нибудь Регизавра. Регизавр хороший. Да, триггера. Как бы тут и блок неплохой. Неплохой же блокер получился под этого. Фея желаний. Просто тупо встала. Ну правильно, с другой стороны.
Да. Еще трактирщик, да. Много-много-много доборов. Ну, сбросили ножницы. Ничего страшного. Давайте, наверное, в атаку. Вот так. Так. Да и так. Все в атаку. Поразбираем стол. Посмотрим, насколько оппонент жадный или не жадный. Так. 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 Ну, логично. Окей. Пожадничал. Ну, хорошо. А, далее. И давайте жнец. И ход. У нас все еще есть крича, которая летает, и которая 6-5. Одна земля, она будет... Что-то 12-5. Ой, 12-11. Ой. Фея желаний. Нашел две карты. Тамио и... И силки корней. Ну окей. Давайте, видимо, силки корней он сейчас будет играть. Атака. В таком случае. Ну да. Предсказуемо. Давайте тогда подроемся, что ли. Может там ремвальчик будет какой. Не, всего лишь Лурус. Ну, атака. Луруса нам возвращать пока нечего. Ну, тоже неплохо. Нормально. Пусть будет. Там ее. И, видимо, за силками корней. По старой схеме работаем, так сказать. Да. Ну, давайте, что, в атаку? Все оппонента, естественно. Ну да, логично. Так, далее. Далее. Угу. Давайте подроемся. 2 хп, ну, что делать. О, превосходно. Минус один чувак. И ход. Я думаю, что он сейчас пойдет за феей, которая баунсит в руку. За воришкой. Ну да. Нормально. Это норм. Чудище. Снова наплодил токенов, да? Долго игра всегда получается с вот этой декой. Угу. Так. Ну что, давайте, наверное, хочу в атаку. Точно, там нельзя. Там нельзя. На. Давайте в атаку всеми. В оппонента. Естественно. Угу. 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 Окей. Так. Так. Ну, хорошо. Дэмэдж? О, разобрали стол. Прикольно. Так. Далее. Давайте такой вот. Хочу, чтобы у меня кричит осталось на столе. Гигант. Давайте вкачаем. Ну, ладно. Дальше. Побаунсил двух наших чуваков. Да. Да, ладно.
Что-нибудь еще? А, твой ход. Побег. Ох, куча всего. Но нет земель. Но сейчас будут. Даже две. Да, гигант. Как бы без Б. Ай. Ай. Угу. Что он там вернул? Не увидел, что он там вернул. Такое чувство, что ничего. Или мне показалось? Ну ладно. Как бы то ни было. Ригзавр. Лурус. Кая Гостформ. Рыцарь. Ходи. Знаете, какая жесть, да, если на следующий ход просто два бети демона воткнем. Пусть сюда и сюда. Или сюда и сюда. Клевер, да. Лаки клевер. Теперь он может с одного вот этого гиганта убить нашего ригизавра, но он почему-то это не делает. А, он решает вот так вот поступить. Окей. Без проблем. Угу. Ну да, круто. Мне кажется, что он... Это с руки? Четвертый гигант, нифига себе. На полдеке подрова 4 гиганта. Ну это мощно, да. Это очень хорошая раздача оппонента получилась. Окей. То есть у меня такое чувство, что он заюзал вообще все. Все, что у него было. Ну и, наверное, ход. На самом деле мы можем убить просто флайером. Да? Или нет? Я думаю, что он сейчас играет фею желаний. За Adventure Cost. Найдет себе три карты в сайдборде. Ну, да-да-да, конечно. Что я могу сделать? Негейт. Чандра. И Кромлекс. Окей. Ну давайте. Пас. Все, да? Мой ход. Окей. Так. А так? Да. Да. Далее. Активировать. Далее. Тут, конечно, уже совершаю ошибки, я это вижу.
Но уже на самом деле я не думаю, что эта партия будет за нами, поэтому ничего страшного. Так, что бы нам убрать-то? Ну, раз, два, три, давайте уберем. А, раз, два даже. Вот так еще проще. Ну и давайте ход. Может, он смирится? Угу. И мне кажется, что тут уже все. Так что давай найти, наверное, сдадимся. Ну что, друзья, вот такая получилась сегодня у нас игра. Отыграли 4 игры, 3-1. В принципе, это, наверное, даже очень неплохо. Результаты этого турнира я опосля выложу в группе в ВК. На нее, кстати, ссылка тоже есть, вы можете подписаться. Также, если хотите помочь развитию канала, тем более, что скоро грядет обнова, вы можете задонатить, ссылки тоже есть в описании к ролику. Я буду вам очень искренне признателен, куплю себе сразу бустера и начну делать для вас деки. То есть, все пойдет на это. Не обязательно же донатить какие-то огромные суммы, достаточно там каких-то 100 рублей, и я буду вам очень признателен. Действительно, вы очень сильно поможете мне в развитии. Спасибо большое за просмотр, с вами был, как всегда, Дима, канал МТГ Сибирь. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Ну, а я с вами не прощаюсь, скоро увидимся, пока!